Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Просто огромный пакет пустышечек, так что запасайтесь терпением. Поехали. Маска. Блонд Икон, Блонд Айкон. Классная очень маска, великолепная, здоровская. И если вы совсем блондинка, то она вам обязательно нейтрализует желтизну. Еще мне нравится то, что здесь крутые ухаживающие компоненты. Волосы после этой маски как ламинированные. Артикул 27-12. Она очень яркая, вот такого вот сиреневого цвета. Именно сиреневый, да, не синий, просто... Я знаю, для некоторых девочек это важно, кто уже тысячу раз пробовал тонировать с разными средствами. Кому-то подходит и нейтрализует желтизну именно синий пигмент, кому-то сиреневый. Здесь сиреневый. Серия классная для блондиночек, прям супер. Так, детская линейка у меня здесь Ума 3+, с бананом. Это у нас детский гель для душа, артикул 28-81. У меня Ксюшка любит вот эту банановую отдушку в детской уходовой косметике. Она действительно прикольная, она такая жвачная, слегка сладенькая. Я бы даже больше сказала, знаете, сухофрукты из бананов. Вот, больше похож на это. Дальше. Закончились вот такие салфетки. Недавняя новинка. Это тоже Ума 3+. Здесь их 15 штук. Вы знаете, очень понравились. Но вы уже по моим заказам, наверное, видели, что беру я их всегда много, потому что это такой расходный материал. Цена вполне адекватная, очень здорово. Что Фаберлик нас услышал, выпускает салфетки. Я жду теперь большие пачки, потому что салфетки всегда нужны. В сумку ребенку в школу положить и так далее. Всегда нужны. Дальше сбор бронха. Всегда у меня есть в запасе сбор бронха и сбор иммунити. Особенно на холодное время года, особенно сейчас на сезон простуд. Бронхо плюс иммунити в одной чашечке по пакетику, прям завариваю и себе, и детям. Палочка-выручалочка. Сборы великолепные, работают великолепно. Очень рекомендую бронхо. У нас с вами артикул 156-69. Дальше серии «Дом». Закончились несколько кондиционеров. Что выплывает, то и буду показывать. Экзотический оазис, кстати, очень нравится. Его, наверное, ставлю на третье место в своих любимчиках. На первом у меня Сенс, эти фон делает белье очень мягким. На втором месте у меня из-за отдушки Органа. И на третьем вот этот экзотический оазис, он похож немножко на мелодию солнца. Очень вкусненький, такие экзотические цветочки, приятная парфюмерная отдушка. Достаточно ярко выражена на белье, поэтому... Кто не любит даже на сухом яркие одушки, это не ваша история. А кто любит, конечно же, обязательно надо попробовать. Артикул 308-09. Едем дальше. Следующий кондиционер. Это благородная орхидея. Взяла чисто, вот знаете, так ради разнообразия. Не очень. Именно орхидею люблю на белье. Хотя вроде так и ничего. Тоже очень яркая душка, очень яркая, многогранная, интересная. Он у меня на четвертом месте, артикул 308-50. Но здесь как бы на вкус и цвет, да, потому что одушки всем, естественно, нравятся разные. Ничего в этом плохого я не вижу. Парфюм для белья зелененький закончился. Сейчас я их прям чередую, все три. Все три у меня есть в наличии. Артикул 308-46. Это у нас с вами такие зеленые цветочки, свежий отголосок. Свежая такая душка, очень приятная. Больше, знаете, не зеленые даже цветочки, а белые цветы. Очень вкусно пахнет от белья, когда его трогать. Я уже рассказывала, что я стираю шторы, чехлы на диван, допустим, постельные и полотенца. И одежду, которую ну, на зиму там убираешь или на лето тоже можно перестирывать с парфюмом. Потом достаем, немножко потрясли, там спустя несколько месяцев чехол от дивана я снимаю, несколько месяцев. Активизируется сразу запах и прям такое благоухание по всей квартире. Думаю, зачем же я его стираю? Он так божественно до сих пор пахнет. Так что работает, работает, действительно работает. Люблю, беру по VIP-программе. Это всегда выгодно. Артикул я вам не сказала. Сегодня я забываю говорить вам артикулы. 308-46. Ополаскиватель для полости рта. Экстра свежесть 29-38. Это такой ядреный ополаскиватель. У нас перевыпустили. Он действительно экстра свежесть. Он такой мятный, мятный. И даже немножко вот... Не немножко, а сильно пощипывает. Это тоже пощипывает, но он чем хорош? Здесь есть антибактериальные компоненты. Это Космецевтику серии «Эксперт Фарма». 16-37 артикул. И если вдруг начинает заболевать горло, ну вот в самом начале, полоскать почаще каждый час, каждые 2 часа хотя бы, прям вот хорошо, прям замечательно. Можно обойтись без какой-то там медикаментозной
и другой терапии. Дальше закончилось средство для ванны, классическое, вот такой эффект белизны. Да, морская свежесть. Сразу вместе с триггером выкидываю. Почему? Потому что, во-первых, у нас их сделали новые. В обзоре заказа, помните, такие вот они кругленькие, красивые, здоровские. И он у меня сломался, он перестал распылять, он уже долго у меня прослужил. Я перекручивала его с бутылки на бутылку, поэтому все, пришел ему кирдык. 302-21 артикул на 5 минут, не больше, с помощью распылителя распыляем на всю поверхность ванны. Потом прохожусь силиконовой оранжевой вот этой перчаткой Фаберлик по всей ванной, прям как следует, и смываю. И белоснежно все. Просто белоснежно, хорошечно, замечательно. Шампунь «Морошка». Люблю их очень. В основном Ксюшки беру, но и сама люблю. 0,5-97 артикул. Это универсальный для всех типов волос. А мне и дочери подходит серия «Морошка». У нее от серии «Морошка» безумно блестят волосы. Нет никакой потери объема. У нее пористые, вьющиеся волосы, которые очень тяжело расчесать и так далее. И длинные. И которые вот так у нее в красивые локоны ложатся. Вот от этой серии. От шампуня, от масочки. Вообще очень классная. Кому подходит, кому тоже не подходит. Это дело как бы такое. Да? Тут не Фаберлик виноват. Фаберлик выпускает продукцию на всех и под каждого. Да? Вот мне, допустим, не подходят шампуни линейки «Эксперт». Не подходили. У меня от них голова жутко чесалась. Кто-то в них влюблен и пользуется годами. Да? А мне вот морожка подходит, а у кого-то зуд от морожки. Это все настолько индивидуально, но 100% вы найдете свой. Вот 100%. Кто говорит, что Фаберлик там все шампуни плохие, тот просто попробовал два и все, а их там 20, понимаете? Их там 20. Поэтому вот так. Я тоже ругаю за что-то Фаберлик. Но вот так говорить не надо, если вы все не пробовали. Шампунь плюс бальзам здесь у нас 1931. От чего он у нас, господи, уже забыла. А, с гиалуронкой. Кстати, хорошая серия, хорошая, неплохая. Не могу сказать, что я прям повторю. Такая базовая, хорошая серия, голова мне не чесалась. Но я все шампуни, девчонки, чередую уже давно-давно, много лет. Чередую. То есть сначала один, потом другой, потом третий. Потому что всегда штуки 3-4 в использовании стоят. Это как ни крути. И вот такой вот бальзам тоже из линейки «Эксперт» 1771. Это у нас с вами серия «Рост волос». Шампунь, по-моему, еще не закончился или закончился, а бальзам закончился. А, я не скажу, что волосы как-то росли. Обычная хорошая ухаживающая линейка, я не заметила, потому что я и так достаточно много процедур делаю, и пилинги, и массаж кожи головы. Поэтому, что там у меня какой-то бешеный рост начался, нет, сказать такого не могу, к сожалению. Так, вот у нас с вами серия Lovely Moments, стекает потихоньку остатки геля для душа. 3+, с малинкой. У меня дети такое любят. 26,89 артикул. Я не люблю именно вот эту с малиной серию. Так же, как и в бьюти-кафе. Она была или есть еще до сих пор. Я просто даже не смотрю, потому что мне прям вот отвратен вот этот химозный аромат малины. Он не настолько химозный, а какой-то вот он есть одушка, перемешанная с этой малиной, которая мне лично неприятна. А так, как бы, ну, обычный гель для душа, все отлично. Сухой шампунь для волос закончился. Артикул 28,70, базовый сухой шампунь, который действительно на сутки можно продлить чистоту кожи головы, да, при корневой зоне. Можно объемчик при корневой с ним увеличить. Я как бы с этой целью в основном беру все равно голову, волосы через день мою. Поэтому нормально, всегда тоже есть в запасе. Все отлично, все хорошо. Мист, еще запасы наши заканчиваются. Вообще жалко, конечно, что эта серия кончилась. Кто предрекал то, что ребенок привыкнет и без них засыпать не сможет. Все отлично, девочки. Без них и с ними все отлично. 25,59. Жалко. Жалко, линейка на самом деле годная, рабочая. С мелатонином, который расслабляет. А яркая такая душка нету в наличии. Не знаю, будет ли. Бальзам для стоп, гладкие пяточки, любовь любовная, который год вообще пою оды вот этому средству. Сейчас еще безумно нравится вот эта черная линейка новая для ног. Но вот эта штука вообще я использую как крем для рук на ночь, потому что это средство на руках ощущается, днем с ним некомфортно. А на ночь для увлажнения кутикулы, пальчиков, ручек просто великолепно. Артикул 1,2,90, такой XL формат, он есть и поменьше. Цена вопроса безумно, девчонки, смешная. Здесь 30% глицерина у нас, ну и на пяточки, конечно. После душа всегда и на ночь. И все великолепно. Просто вот. Так, порошок сыпучий, наш любимый. Все-таки поняла, девчонки, что они самые мощные. Они на 100% выполаскиваются. На 100%. Даже если, я не знаю, самая быстрая стирка у вас будет 10-минутная. Выполаскиваются. Полностью выполаскиваются. Отстирывают замечательно. Поэтому это, конечно, вот да. Я пластины все брала удобно хранить и так далее. И по вип-программе дешево. Но нет.
Даже пластины, но не так отстирывают, на мой взгляд. Вот это всегда вещь. Поэтому я возвращаюсь опять к сыпучим, к своим любимым, замечательным, великолепным. У меня в артикуле 323, горная свежесть. Здесь 800 грамм. И это концентрированный порошок на 30 стирок. Пачка. Это очень здорово. Если нет загрязнений, я там стираю какое-то черное, темное белье, там просто освежить когда, то вообще пол ложечки. Очень экономичный расход. А, мисс Кини, масочка. Вот такая закончилась. Кафе латте. Одна из моих любимок. Артикул 0643. А, после нее, знаете, такая кожа свеженькая, очищенная, не пересушенная. А, знаете, вот как тонус какой-то, что ли, появляется. Мне нравятся эти маски, хорошие. Хорошие маски, очень годные. Периодически их по акциям беру. Так, дальше, любимый на данный момент гель для душа мой, это Лакрем мицеллярный 86-59. Я его добавляю во флакончик из-под пенки Грасс, по-моему, большой для душа я покупала. Развожу с водой, вот этой пенкой с ней принимаю душ. Это невероятное блаженство. Сам по себе гель для душа очень нежный, он не супер сильно пенится, но пенится нормально, на мочалке как бы все отлично. А вот так вот создавать пенку еще, вот это нежная одушка, запах чистоты. Немножко зеленушечки такой. Но вообще нежнятинка. Очень люблю. Это на данный момент мой самый любимый гель для душа Faberlic. Дальше прокладки ночные. Тоже любовь. Ни на что их не променяю. 7 штук здесь. 112,95. А, крылышки есть сзади. Крылышки есть как обычно. А, сзади часть такая широкая. 100% вообще защита от протеканий. Просто великолепно. Великолепные. Пробовала разные. Вы знаете, иногда хочется взять что-то такое, сравнить. Но нет. Нет, конечно. Так, сейчас у меня тут полно очень БАДов, я их прямо на потом оставляю. Паста зубная Ума 2+, несколько штук всегда в запасе имею. Артикул 2886, любимая паста младшей дочери, потому что здесь нет совершенно мяты, никакого мятного отголоска, она это все дело не любит, поэтому любим. Еще одна моя любимка, это уход за кутикулой, за ноготочками, за ручками. Это Монарда плюс витамин Е. Не знаю, девчонки, это у меня старая версия или новая. Артикул 617, потому что у нас уже несколько раз его обновляли. Потрясающая штука. Вроде и масло, но в то же время наносишь на кутикулу, оно быстро впитывается, никакого масляного следа за собой не оставляет. Только ухоженную кутикулу, ухоженные ноготочки. Обожаю. Так, дальше мицеллярка вербена, моя любимая. Мне глазки не щиплет совсем. Смывает даже самый стойкий макияж. Стоит бюджетно. Артикул 1987. Люблю. И вот как раз крем у нас с вами для ног из новой линейки, вот этой черной. Артикул 13,69, здесь 35% мочевин, он невероятно крутой, я не могу его сравнить с гладкими пяточками, это совсем другая песня, совсем другая история. Здесь, вы знаете, наносите на ножки после того, как обработали их с помощью кератолитика там, или пемзы, в общем, после обработки. И в течение дня ходите, там не то, что супер увлажнение, какое-то смягчение, и замечаете, что, знаете, вот подошва, она какими-то катышками покрывается. То есть реально в процессе носки этого крема на ступнях у нас идет непрерывный отшелушивающий процесс. Очень нравится, использую на постоянной основе. У меня еще несколько штук есть в запасе. Так, ну а теперь у нас как раз-таки БАДы. Давайте начнем с молекулярных антифунгал комплекс. Парапила, девчонки, ну что могу сказать? Ну все прекрасно, все замечательно. Ну вот 158.11. Так, потом блокатор, господи, контроль сахара. Писали бы нам уже по-русски. Было бы хорошо. А то пока найдешь надпись, правда? Артикул вот теперь ищи. Наклеечку наклеили. Вот наш, нет, не нашла. Нашла, наверное. 156.83. Очень мелко. Ну вообще... Не сдавала сахар, не могу сказать, работает или не работает, но почему-то уверена, что работает. Я больше не сахар, сахар у меня в норме. У меня бывает иногда повышенный инсулин в крови. Это немножко другая песня, и вот с этой целью я именно этот БАД беру. Магний на постоянной основе, просто еще несколько баночек в запасе, но стресс кончается, магний еще есть. Магний и детям даю, но сейчас они вот пьют детский B6 плюс магния, а так давала им и такой, ну Ксюша, Крис пока нет, конечно, рановато. А сейчас... Есть БАД и для нее, я очень рада. Магний нужен деткам, особенно школьникам. Магний нужен взрослым, магний нужен всем, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо для поддержания нервной системы, и не только. 158.01 артикул. Дальше парочку достаем. Л-карнитин.
Контроль у нас тут с вами. Я не могу сказать, что я на нем там похудела как-то или еще что-то, или меньше стала есть. Не могу сказать. Но чувствую, что пользу он мне принес. 157,60. Потому что, ну, все равно надо делать как-то системно, правильно? Секреты Востока – это любимка. Это, знаете, на постковидное состояние, сейчас на осень, если где-то там тяжело переболели, не дай бог, там пришлось пить антибиотики противовирусные, которые очень губительно к нашему организму относятся, не только к бактериям, да, то вот прям на восстановительную терапию секреты Востока. Я вообще их очень люблю пропивать. Осень, весна. Мне очень нравится. Я от них как-то чувствую бодрость, прилив сил, жизненной энергии и так далее. 157-10 артикул. Вот сейчас пропила, все, до весны теперь пока больше не буду. Другие буду пить. Благо есть что. Вот как раз на острый эспид заканчивался. В следующем обзоре заказа будет у меня несколько баночек его в запас. 157-25 тоже на постоянной основе. И даю Ксюшке перед сном. Вот она у меня сейчас на ночь пьет магний плюс B6. И вот этот на острый эспид. Потому что школа, 5 класс, очень большая умственная нагрузка. Обязательно нужно высыпаться. Обязательно нужно быть спокойным. Жизнь продолжается. А вот ньютоник закончился. И это очень печально. 157-98. На складе его нет. И нет уже давно. Тоже с удовольствием подавала бы сейчас ребенку прям курсом. Нету, девчонки. Очень-очень жаль. Надеюсь, что будет. Много БАДов, кстати, сейчас нет в наличии. Бальзам Эдигера. Вот сейчас только-только буквально вылезла из вот этого, ну, я думаю, это ковид был, тяжкого своего заболевания. Но я чисто на БАДах. Конечно, там, возможно, если бы я там антибиотики применила или какие-то сильные препараты, я побыстрее бы вылезла, но я этого не делаю. Я считаю, что организм должен распознать эту бяку сам, чтобы в следующий раз при встрече с ней молниеносно ее уничтожить. Я не хочу помогать организму в этом деле, это важно на самом деле. И травить его тоже не хочу. Поэтому бальзам Эдигера штука, вообще вещь. Я про него поздно вспомнила и вот начала, когда пить, допивать его. Прям вот у меня как-то все вот стало легче, все хорошо, все замечательно. 158,02. Там в карточке товара как раз-таки так и написано, что на постковидный синдром этот бальзамчик просто замечательно влияет. Так, ну вот и все, мои хорошие, все пустые баночки с вами разобрали. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочка для регистрации Faberlic всегда под роликом. И вот здесь где-то сбоку, вверху. Подсказка тоже, на нее прям тыкнуть можно на экране. Кто не знает, что такое инфобокс, я вот для вас именно здесь вверху оставляю вот эту кнопочку. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Все контакты мои всегда под видео в инфобоксе. Нажимаем кнопочку «Еще», все разворачивается. И там все, абсолютно все мои контакты. Всех люблю, целую, всем пока-пока.